Бесплатное лакомство, хорошее настроение и концерт от коллективов детской театральной школы. В Мурманске состоялся День мороженого. Уже ставший традиционным праздник для детей и взрослых провели на центральной площади города в пятый раз. Мороженого хватит всем, заверяют организаторы праздника. Но раздавать его в первую очередь будут тем, кто в этом году пошел в первый класс. Для удовлетворения спроса мурманчан на лакомство в этом году закупили 2000 порций ванильной сладости в вафельных стаканчиках. Сегодня здесь очень много школьников. Каждый год школьники вот приходят последние годы на площадь, чтобы вот провести вместе вот такой чудесный, нам сегодня еще подарила погода, такой чудесный день, порадоваться вот последним дням осени, вот, пообщаться с друг другом, ну и, конечно, поесть сладкого мороженого. Ну, вообще еще называют это день сладкоежки. И очень хорошая такая традиция в городе Мурманске. Вообще бы я посоветовала родителям этот день заканчивать обязательно дома хорошими пирожными, тортиками, конфетами. Кроме концерта, на площади «Пять углов» для ребят организовали интересные конкурсы. Самые активные, по желанию, мороженое могли или нарисовать, или сочинить про него четверостишие. Опять же, за сладкий приз. Сколько за сегодня уже мороженого съели? 3-4 где-то. 6. Вообще-то 5 где-то, да. Если серьезно. На двоих или каждый? На двоих. Да. И то 2 раздали. Да. Вообще, мы добрые. День мороженого – праздник семейный. На него приезжают даже жители области. Тем более, что солнечный день к прогулке располагает. Мороженое больше всего нравится. Праздник хороший, веселый, ребенку нравится самое главное. Сапатит приехали. Да, Сапатит приехали специально. И все-таки праздник в первую очередь организовали для школьников. Немало детей пришли вместе с классными руководителями. Мы уже много раз приходим на этот праздник. Просто ребята другие в прошлом году ходили. А позапрошлом другие были ученики. У меня выпускники были в позапрошлом году. Конкурсы можно участвовать, рисовать, подарки получать, мороженое есть. Конкурс. Надо нарисовать мороженое и получить его. Но любое можно рисовать мороженое. Помимо сладости и театрализованного концерта, юных сладкоежек ждали батуты и карусели, установленные на площади «Пять углов». Праздник уже стал городской традицией и в следующем году снова соберет вместе мурманчан, неравнодушных к холодному лакомству.